Катер, ты привязываешься к этой женщине, думаешь, что я не понимаю? Ты только посмотри, чем ты рискуешь ради нее. Я твоя семья, карьера. Ты крутишь глаза за мной спиной и еще пытаешься вывести сухой из воды? И так было несправедливостью попадания в тюрьму того парня. А если бы судья не принял залог, что случилось бы? Ты загубила бы будущее одного парня из-за своих амбиций. Мне какое дело до чужих? Моя семья рушится, меня волнует моя семья. Ты кто? Кто ты такая? Вместо того, чтобы стыдиться, ты еще оправдываешься. Ты использовала мою мать. Ты разрушаешь одну семью, а потом какая мне разница? Отлично, да это же невозможно. Я не могу узнать тебя. Ты не та девушка, которую я узнал 20 лет назад. Ты не та женщина, на которой я женился. Такая крутящая интриги, мыслящая просто. Я не хочу жить с женщиной, которая унижает людей. Посмотри на меня. Хорошенько обдумай то, что я сказал, и больше не проворачивай дело за моей спиной. Я думал, что ты забудешь меня. Я разве могу тебя забыть? Да пусть умрет тот, кто забудет тебя. Сынок, ты голоден? Голоден. Что тебе приготовить? Что ты хочешь? Пирожки. Те, которые ты приносила в тюрьму, были очень вкусными, оказывается. Наши друзья сказали. Я не ел. Хорошо, сейчас разогрею и сделаю еще айран. Ого, было бы отлично. Мама, отлично. Будь спокоен, Лев мой. Теперь нет запретов. Правда? Да, правда. Мама! Мамочка! Мамочка! Ладно, я пойду помоюсь. Там вода была очень холодная, я не мог принять ванну. За дверью есть чистое полотенце, сынок. Пойдем разогреем вместе пирог. Хасан? Поговорили бы мы. Что происходит? Поговорим, Бедрия. Но ты просто знай это. Они не любили нас так, как мы любили их. А еще мать Кадыр. Какая еще мать? Тетя. Знаю. Бедрия. Тебе что-то сказали, пока я был в тюрьме? Что-то сделали? Ты только пришел. Давай поговорим потом. За дверью есть чистое полотенце. Если что-то понадобится, скажи мне. Что ты говоришь, Фатьма? Что ты говоришь? Господин Якуб, у тебя давление повысится. Вы сегодня решили убить меня? Где этот подонок? И что ты будешь делать? Позовите его, пусть придет ко мне. И его отца убью. Я им доверил своего ребенка. Свою дочь доверил. Фатьма, разве можно предать веренное? Нет, нет, нет. Он не смог прийти. Да и что ты получишь с этого, господин Якуб? Что получишь? Ты в этом возрасте станешь братоубийцей? Что ты получишь от этого? Все уже произошло, господин Якуб. Они оба наши души, наши родные. Умоляю. Умоляю, молодые совершили ошибку.
Или же Алина чужой? Если об этом узнают, наша честь сравняется с землей. У меня есть авторитет. То есть скажут, что Якуб Ташкин не смог получить то, что хотел? Меня больше слушаться не будут. Не вези меня, давай проходи. Проходи, ты все слышал? Послушай. Поедешь в Атлас, скажем маме, чтобы ждала от меня вестей, хорошо? Мы не позовем родителей? Мы не будем девушку просить, что это за дела? Ты еще спрашиваешь, эй? Ты будешь ждать, а отец даст разрешение. Сестра Кадер, мы же не играем? Шериф, давай, отвези меня Мухитину. Брат, дорогой мой брат, не пугай меня. Какие у нас могут быть дела с мафией? У нас с мафией? Мы похитим Бедри. Сынок, все готово, иди. Вы проголодались. Я умираю от голода. Убери, сынок. Горячий, будь осторожен. Ничего страшного, не волнуйся. Дочка, поешь. Я не хочу, может быть, потом поем. Хорошо, поешь, когда проголодаешься. На кухне есть еще. Парень, ешь осторожно. А то подавишься. Но она очень вкусно приготовила, правда? Да. Прямо как в нашем детстве. За 2 года впервые есть вкус у того, что я ем. Дай Бог, чтобы наш покой и счастье не покинули нас. Приятного аппетита. Возьми, дочка. О, дружище, как дела? Добро пожаловать. Парень, красивое место. Спасибо, сделали кое-что. Отличное место. Спасибо. А ты когда попал в Стамбул? Недавно, недавно. У меня была одна проблема, поэтому не смог тебе позвонить, извини. Проходи, проходи. Проходи, садись, поговорим. Ребята, принесите чай. Что такое? Давай решим проблему. Мухитин, у меня есть возлюбленная. Вот такая вот твоя невестка несовершеннолетняя. А мать ее упрямая оказалась. Не отдает девушку. Ну давай заберем, парень. Нет, это не так получается. Я отвезу девушку за границу. Не знаю, что она сама на боте или на корабле. Но чтобы было быстро. А есть фото невестки? А может не быть? Смотри на мой цветочек, смотри. Посмотри на мою красавицу. Очень красивая, да? Хорошо. Завтра будете в Греции. Живи долго. Я сейчас решу вопрос с паспортами и с выездом. Ой, спасибо, благодарю. А еще, у тебя деньги есть? Нужны? Деньги есть, спасибо, Мухитин. Деньги-то есть. Но мне нужно лекарство. Какое? Ну, говорят же, выбирай девушку по матери. Знаешь, твоя невестка тоже упрямая. Нужно ее как-то вырубить, Мухитин. Чтобы она не очнулась, пока не доберемся до Греции, понял? То есть говоришь, что будешь насильно мил? Ну да.
равно. Хорошо. Как вам мои усы? Тебе очень идет. Кажешься выше с ними. Брат, ты тоже сделай. Они мне сделать? Да нет, парень. Ну, пожалуйста, брат, сделай, давай. Ну, сделай. Вот для тебя, ладно? Получилось? Мама. И где папа? Я позвонила, он не берет трубку. Мама. Ну, поехали. Хорошей вам дороги. Спасибо, брат. Открывай машину, парень, открывай. Разве это не было как в сказках? Ты была права. Все прошло. Да, прошло. Все благодаря тебе. Спасибо тебе. Что такое? Что случилось? Мой ягненок, дед очень зол. Он позвал дядю Сулеймана, они придут на сватовство. Не дай бог, милая, не забывай, о чем мы разговаривали. Ты рассердилась на нас, но ради твоего благополучия. Скажешь, что любишь Али и выйдешь за него. Присмотри за моим Хасаном. Кто это? Пишешь и пишешь. Тетя. Что говорит? Обо мне спрашивает? Хасан, когда мы поговорим? О чем ты узнал, что пришел? Брат, давай поиграем. Давай, беги за своими машинками. Что с тобой? Что-то случилось? Ты не такая, какой я тебя оставлял. Словно ты такой же, как прежде. Гюльпери. Гюльпери. Слушаю, тетя Керима. У меня закончились таблетки от давления, и время приема пришло. Ладно, сейчас же найду дежурную аптеку и куплю. Ты приготовь рецепт. Ладно. Ребят, вы ничего не трогайте, я все уберу, как приду, а потом заварю чай и попьем все вместе. Ты не волнуйся. Мы справимся здесь. Ты разберись со своими делами. Спасибо, сынок. Держи вот это. Поставь сюда, здесь будем играть. А вот это тоже возьми. Кадир? Кадир? Как хорошо, что я тебя повстречала. Хасан пришел. Как это? Ты серьезно? Он домой вернулся? Да, как только ты довез меня до дома, он прям тогда и пришел. Он был очень расстроен, кажется, поругался со своим дедом. Спросил ты, есть ли место для меня в этом доме. Но он пришел. Да благодаря тебе, Кадир, я очень благодарна тебе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Все благодаря тебе. Пожалуйста. Никто не сделал добра, которое ты сделал для меня.
Поэтому я хочу купить тебе подарок за эту доброту. Ну, или же, не знаю, даже угощу тебя ужином. А на самом деле, я должен извиниться перед тобой. Почему? Мне известно, моя мама пришла к тебе. Поэтому ты не взяла деньги. Ты настолько чуткая, что даже не рассказала об этом. Я очень прошу прощения. Не говори ерунду, не за что извиниться. Да и тетя Суна права. Мне было бы стыдно брать эти деньги. Но вот жизнь. Надо иногда сдаться. А Хасан опять выбрал меня. Поздравляю. Спасибо. Я вышла за лекарствами тети Керима, она нас ждет. Ладно, до встречи, Кадир. Давай ложись уже. Потом утром не сможешь встать. Давай же. А вот смотри, и свет выключила для тебя. Закрывай глаза. Давай уже, закрывай глазки. Они спят? Спят. Konuşalım mı? Поговорим? Can gelince yarın var. Не смогли договорить после того, как Джан пришел. Да, конечно, сынок. Почему ты не доверилась мне? Почему обращалась со мной, словно я ребенок? Когда я сказал, что обижен на тебя? Я именно вот поэтому. Мне было 16. Если бы ты рассказала, я бы и тогда понял. Этот Эждер, то, что он сделал с тобой. Я внутри себя. Я гордился тем, что он защитил нашу честь. Не смог сказать тогда. Рассказала бы, когда первый раз меня увидела. В первый раз, когда приехала в Ташкент. Ну, или когда привезла нас в Стамбул в первый раз. Я за раз увидел все то, что он сделал с тобой. Я спросил это с ним. Нет, им этой ночью спокойного сна. То, что он притронулся к тебе. Это открыло большую пропасть в моем сердце. Если бы ты мне сказала, я предстал бы перед ним. Как мужчина с мужчиной. Я бы спросил это с ним. Ладно, сынок, ты прав, пусть это будет моей виной. Да, иногда то, что мы считаем добротой, может причинить большой вред человеку. Я хотела рассказать, думаешь, нет? Я и знала, что ты поймешь. Но если бы я рассказала, как бы вы там остались? Как бы я тебя оставила? Отныне я мужчина этого дома. Хочу, чтобы это так и было.
Никто не будет скрывать что-то от меня. Ладно, сын. И ты. И Бедрия. Я ответственен за вас. То, что доверил мне отец. Пусть все действуют в соответствии с этим. И я, и вы. Ладно? Хорошо. Давай, ты иди в мою комнату, а я лягу тут. Нет, я здесь лягу, вот здесь. А ты иди и спи. Нет, нельзя, здесь очень неудобно. Разве я гость в этом доме? Если это мой дом, значит, я хочу спать здесь. Ладно. Но он еще ребенок. Поймет нас, когда станет умнее. Если он не поймет, я выскребу это в его голове. Ты не волнуйся. Пока душа не покинет мое тело, я не откажусь от Хасана. Не потушу огонь моего очага. Родной, что случилось? Почему ты плачешь? Я слышала то, что сделал с тобой дядя. Как ты выдержала? Как ты приняла это? Я держалась ради вас, дочка. Родная, не уходи. Давай снова спать вместе, как раньше. Джан испугается. Потом. Ты не расстраивайся. Хасан тебя очень любит.
Если не обнимает тебя, не зовет мамой, лишь только из-за гордости. Я знаю, дочка. Но человек скучает. Ты первая назвала меня мамой. Тебе было 9 месяцев, когда ты сказала мама и обняла меня. Доброй ночи. Мама. А как дела, родная? У меня хорошо, хорошо, но... А вы как? Как Кадир? В порядке. Весь день гуляли, а сейчас на кухне готовим ужин вместе. Шейма, мы давние друзья. Почему ты обманываешь? Что ты имеешь в виду, не слыхал? Это очень сложно сказать. Такое со мной случилось. Я не хочу, чтобы тебя обманывали. Я сегодня видела нашу гильберию-консьержку с Кадиром. К тому же 2 раза. Они крепко обнимались. Неслыхан, я перезвоню тебе позже. Сейчас я не могу разговаривать. Как ты можешь? Когда ты поселилась в моих глазах, ты меня заставляешь улыбаться или судьба? Знаешь, среди большего количества печали судьба дает причину улыбаться. Это причина ты. Нежели как одна фотография может пахнуть любовью. Любимая.
Сынок, Хасан, вставай. Я проспала. Кто включил будильник? А, просыпайся, сынок. Здесь был список заказов, ты же не видел этого. Хасан, просыпайся. Я схожу с заказами, а ты разбуди сестру и братика. Давай, сынок. Жан? Доброе утро. Душа моя, что ты делаешь? Ты так сладко спала. Я не хотела, чтобы ты проснулась. Ты очень устала. И как ты принес это? Кто ты? Ты сходил в магазин. И я ведь вырос. Родной мой. Благодарю. Благодарю. А, прошу прощения, я разбудила тебя. Ты замерз. Саткач. Который час? Седьмой. Ты что здесь делаешь? А после звонка Шеймы я не замкнула глаз. Ранним утром двинулась в путь. Мы в обиде. Ты сильно разозлился на нас. Я поверить не могу, мама. Что ты сделала? Ты лучше всех должна понимать, Гюльби. В молодом возрасте осталась вдовой. Одна воспитывает троих детей. Как и ты. Поэтому я забочусь о ней. Мой Кадир, твоя жена была расстроена. Сказала, что этот брак может завершиться. И я взволновалась. Я не знала, что поделать. Но пришла бы ко мне. Ко мне бы пришла. Ты прав. Я сломала твое доверие. Но я очень испугалась. Подумала, что твой брак распадется. Да, это догадки Шеймы. Не глупи. Ты целый год ждал Гюльпери. Как ты тлел. Бессонные ночи. Я видела собственными глазами. Я испытала твою боль прямо вот здесь. Ты мне не говорил, но я мать, я знаю. Если бы Гюльпери не вышла за сына семьи Ташкин, ты бы нашел утешение в Шейме? Ты бы женился за 3 месяца, толком даже не зная ее. Когда жена сказала про Гюльпери, я испугалась. Этот огонь все еще в сердце, Кадир. Я должна волноваться. Хватит, мама. Ты осталась под впечатлением Шеймы довольно сильно. Давай. Эмри отвезет тебя домой. Хорошо, сынок.
Добро пожаловать, господин Кадир. Ну, здравствуй, Сераф. Итак, а мне есть? Очень вкусно. Мы должны поговорить. Ты должна выслушать меня. Я хотел отдать деньги нашей семье ради доброго дела. Сын моей подзащитной в твоем возрасте, 17 лет. Он совершил ошибку, совершил преступление. Затем сильно пожалел. Чтобы освободить его из тюрьмы, нужно было заплатить залог. Эти деньги были для залога. Если ему удалось бы спасти, молодой человек, совершивший ошибку, мог бы превратиться в плохого преступника. Жизнь не ко всем относится справедливо, милый Артемис. Смотри, и ты бы могла быть на месте того парня. Мы бы нуждались в помощи. Прошу, отныне, не осуждай меня, услышав пару слов. Прошу. Ты из-за меня не пришел вчера ночью? Избегал меня? Что ты? Разве я могу тебя избегать? Никогда. Ты лучшее создание в моей жизни. Моя единственная доченька. Почему не пришел тогда? Я работал. Давай, опоздаешь в школу. Я побежала. Моя красавица. Любимая дочь. Я не хочу, чтобы ты оставался в офисе, папа. Как прикажете? Пока, Сера. До встречи, Артемис. Господин Кадир, желаете чай? Нет. Шима спит? Да, разбудите ее? Не стоит. Хорошо. Проходи, сынок, идем. Забрать твое питание. Я уже сделала. Держи, братишка. Спасибо. Иди сюда. Я помогу одеть куртку. Почему не отвечаешь на мои смс, дорогуша? Дочка, как спалось? Я никогда так спокойно не спала. Когда увидела тебя без настроения, подумала, что что-то случилось. По утрам обычно я без настроения. Но не обижайся. Джан, давай, братишка, мы опоздаем. Сынок, одевайся, ты опоздаешь. Куда? В школу? Нет, я не пойду, я бросил учебу. Что значит не пойдешь? Не глупи, одевайся. Я сказал нет. Ты сказала, одевайся. Мы выходим. Хорошо, дочка, удачи. Сынок, не надейся на дедушку. Смотри, где я оказалась после особняков. Бери с меня пример. Научись стоять на своих ногах.
Между нами, расстояние, как со Стамбула до Эдирны. Позволь, дай мне время найти себя. Свои проблемы решишь на уроке философии, давай. Почему ты такая настырная? Я твоя мама. Не заставляй меня постоянно напоминать об этом. Сегодня ты пойдешь в школу, и точка. Я не хочу разбивать сердце. Но ты меня вынуждаешь. Я не хочу, я не пойду в школу. Я не принимаю. Вы все отучитесь, у вас будет профессия. Что, обязательно нужно стать врачом или инженером? Образование не только ради выбора профессии. Чтобы познать мир, людей, стать культурным и самоуверенным человеком. Вот по этой причине я и так вполне культурный. Нет необходимости. Смотри, ты потом будешь сожалеть. Не буду сожалеть, ты не волнуйся. Я не пойду. Хасан, я сказал, не пойду. Ну, давай. Сестра, ты кого-то увидела? Нет. Если Али, то не бойся. Он боится и маму, и брата. Не волнуйся. Решил за один день, значит. Молодец. Еще как решил. Невестку несовершеннолетней сделал совершеннолетней. Отныне не стоит возиться со свадьбой. А это твой заказ. Сможет лишить сознания? Ну что ты, приятель. Я бы тебе дал, если бы не работала. Да ладно. Шучу, разве я вдохну? Поздравляю. Надеюсь. Семья Сулеймана двинулись в путь. Вечером окажутся здесь. Желаешь кофе, папа? Нет, дочка, благодарю. Хорошо. Ты поговорил с Бедрие? Не отвечает. И на смс не ответила. Господин Якуб, может, и ты поговоришь с Бедрие? Нет. Когда приедет Сулейман, я вместе с ним пойду к Гюльпери. Ну, а ты говорил, что Гюльпери не уговорить. Что сделаешь? Что она передумает? Сначала попросим как надо. Если не согласится, есть другой выход. Я поговорил с адвокатом. У него есть договор. Она в долгу передо мной. Должна быть отдать Хасана. А я хочу Бедрие. Как возьму дело об опеке, сыграем свадьбу. Кто пришел? Разве ее не отчислили? С первого дня затеяла шумиху. Одни я здесь сижу. Проваливай. Будь осторожна с домлой. У сестры есть опасные друзья. Могу сесть? Прошу. Доброе утро, ребята. Спасибо. Присаживайтесь. Я проверил ваши вчерашние работы. Скажу так, что вы все завалили. Бедрие получила самый высокий балл. Она на один месяц позже нас начала, но обогнала всех вас. Подумайте над этим. Она точно списала. Да она бы не справилась. Учитель, директор вызывает Бедрие Ташкен. Бедрие, можешь идти. Шумит? Шумит. Доброе утро.
Доброе утро. Будешь? Нет, спасибо. Но правда, я уже не удивляюсь. Может, мне захотелось семьи, да? А я искала работу. Ты сразу начала искать? Нет, не для себя, а для Хасана. А школа? А он не хочет учиться. Ты разрешишь? Не разрешу, конечно. Но я поговорила, не получилось. Пусть поймет, как сложно без образования стоять на ногах. Я знаю, он бегом побежит в школу. Жалко Хасана. У него такая мама, что у него даже нет выхода. Значит, ты приведешь в себя сына руганью. Нет, это и руганью не получится. Помнишь, в наше время достаточно было взгляда родителей, как мы сразу же в себя приходили. С ними даже руганью не получается. За каждое слово 100 ответов. Я не знаю, Кадир. Я тоже не знаю. Я хочу, чтобы он узнал, пережив. Я пробую что-то. Хорошая ты мама. Я каждый день узнаю от тебя что-то новое. Научиться, пережив. Правильно? Хорошее мышление. Ну да ладно, я тоже буду знать. Я тоже придумаю что-нибудь для Хасана. Ну хорошо, если не получится, то поговорим. Среди стольких дел. Судьба преподносит случай, чтобы улыбнуться. Легкая работа. Увидимся. Мы обрадовались тому, что ты вернулась в школу. У тебя высокие оценки. И экзамен ты прошла. Разве тебе подходит то, что было вчера? С первого дня пришел твой парень и побил нашего ученика. У меня нет парня, учитель. Я скажу с самого начала. Ты готовься себя к тому, что будет. Атакан идет на встречу с его семьей. И если он будет жаловаться, то мы будем вынуждены выгнать тебя из школы. А это кто? Идет. Кто может мне назвать эту цифру? Как тебя звали? Джан. 867. Молодец, Джан. Браво, молодец. А после из 867 отнимем 34. Сколько останется? Нет, ты не мог так быстро решить. 833, учитель. Молодец, Жан, ты снова правильно ответил. В наш класс попал математик. Мне повезло. Здесь не подошло. Поставь обратно. Мама Фатьма, я пойду к Эшдеру, если ты разрешишь. Соскучилась по мужу? Что ты делаешь, сынок, сломаешь? Простите, я задумался. Хорошо, пусть будет так. Ах, если бы у меня не было бы столько дел, я бы тоже пошла. Но не могу. Я так соскучилась по своему Эшдеру. Давай, ты это отнеси. Хорошо. Подожди. И от нас привет передай. Скажи, что твоя мама молилась каждые 5 минут за тебя. Хорошо. Я очень соскучилась. Приду скоро, скажи. И больше ничего не говори. А если он узнает о Али, будет нехорошо. Если ты хоть слово скажешь. Я своими руками приготовлю халву после тебя. Поняла? Я поняла, мама. Давай, иди.
Ах, мой черный ягненок. Мой Эшдер.